В Каменке на одной из городских улиц подходит к завершению строительство нового водопровода. Уже проложена центральная магистраль, начаты работы по подключению пользователей. После окончания строительства качественным водоснабжением будут обеспечены около 40 абонентов частных домовладений. Водопровода по улице Вершигоры не было никогда. Почти у каждого жителя во дворе собственный колодец. Из-за близости к речке Каменка в большинстве из них вода была техническая. После наводнения 2008 года качество воды стало еще хуже, рассказывают жители. А прошлогодняя засуха привела к пересыханию многих колодцев. Вода, очень много накипи в ней, намула или как оно называется, вот белый как мел, вот такой. Очень сильно много мела вот этого в воде. Вот, и даже чайник никакой кислотой не вымоешь. Это страшно как-то. В прошлом году вода исчезла за всеми из колодцев, поэтому воды не было, и нам нужна была вода. С 2013 года мы обращались в водоканал насчет воды. И они нам обещали, что не в этом году нет, а в 2014 проведем. Пока нет денег. Прошел 2014 год, мы пошли опять, обращались в водоканал. Они сказали, денег тоже нет, попробуем в 2015 год. Мы решили в 2016 году вся улица провести самим. Обошлось трасса у нас пока 2500 рублей. Мы очень довольны. К земляным работам организация-подрядчик приступила в конце сентября. За это время удалось проложить около километра центральной магистрали, оборудовать два распределительных колодца. Общая протяженность новой водопроводной сети здесь составит около 1,5 километра. На сегодняшний день мы заканчиваем прокладывать магистральную трубу. Куски труб по 100-метровой укладываем в траншеи, соединяющие муфтами. После этого траншеи засыпаем экскаватором. Замедляет работу газовые сети, расположенные под землей. Возле них приходится копать вручную. Большая часть работ выполняется с использованием современной малогабаритной техники. После испытания центральной магистрали здесь приступят к подключению частных домовладений. На сегодняшний день уже 35 абонентов изъявили желание пользоваться центральным водоснабжением. Водопроводные сети прокладываем из полиэтиленовой трубы, срок службы которой более 50 лет. Магистральная труба закладывается диаметром 63 мм, отвод диаметром 40, а к потребителю пройдет 20-я труба. При таком диаметре магистральной трубы к водопроводу в будущем может быть подключено более 100 потребителей. Строители стараются использовать каждый погожий день. Все работы здесь планируют завершить к концу месяца. Мария Пантази, Валентина Стасишина, Юрий Заинчковский, Первый Приднестровский телеканал.